Здравствуйте! Деревня Парадино, о ней я уже рассказывал ранее. Если вы желаете посмотреть видео, то ссылка в описании. Это видео полностью смонтировано из материала, фото и видео, присланное подписчиками. Я вам благодарен за то, что вы дали возможность, чтобы этот материал появился. И благодаря им вы смотрите это видео. Колхоза 1 мая уже давно не существует, но он остался в снимках, в памяти, в газетах. Статьи из газет, как работали сельчане в колхозе 1 мая. Девочки из Парадино несут из леса землянику. В кадре Стальмакова Елена и Светлана, Цыганкова Лариса, Пядусова Елена. Фотография сделана в 1979 году в книге Короткевича «Мстиславль». Вот так выглядела школа в Парадино. И очередной подписчик прислал фотографии магазинам Парадино. Остался он только на снимках. К сожалению, его уже нет, но в 2008 году он еще был. В 2022 году у коренной жительницы Парадино Зои Романовны Платоновой был юбилей, 80-летие. На праздник приехали дети и внуки. А сейчас полетаем над весенним Парадино. Видео тоже прислал подписчик. Еще раз вас хочу попросить. Если вы сейчас на летние каникулы отдыхаете в деревне, то снимите свою деревню, рассказать о своей деревне. И если вы желаете это, то сделайте прямо сейчас. Достать телефон и снять с разных ракурсов свою деревню. Показать ее и днем, и вечером, и ранним утром. Можете рассказать, как жила ваша деревня. Если есть долгожители, пускай рассказывают. Запишите их. Если хотите узнать, как снять, то свяжитесь со мной, и я вам подскажу, расскажу. Приятного просмотра и не забываем оставлять комментарии.
Надеюсь, вам понравилось видео. У меня на этом все. Всем пока.